Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки для любимых исполнителей. Друзья, слушаем рэп Санитара. Поехали! Ставлю свою музыку, в центре жду музыку. Тут сейчас будет проходить опера, и мимо вижу проходят опера. Я узнали, и я такой, оба-на, иначе. Ребятки, вот сразу скажу, ребят, начало трека. Еще раз повторюсь, ребятки. От начала трека, начала музыки, трека очень много зависит. Видите, как классно он сделал, да? Как он стильно сделал и современно, и очень красиво, да? Скажи, какой красивый инструмент, да? Вообще классное начало, музыка шикарная, голос очень красивый. Да и понравилось текст и игра слов, которую он применил. Интересно, да, очень. Да, молодец, молодец. Очень классно, голос шикарный. И мне нравится текст. Интересный, да? Скажи. Вижу сбежать до моста, не готов потянуть такие срока. За такие движения потянут за слова, хотя давно уже ничем не промышлял. Все равно флешбеки думаю про себя. Бывало разное, помню времена. Может хорошо, что многое поменял. Обмен валют в сети. Ну что, голос красивый, конечно, ребятки, очень красивый. Красивый вот автотюн добавляет, да? Красивый автотюн есть в конце. Вот, например, слово какое-то, и в конце чуть-чуть раз автотюн иногда нам дает, да? Это красиво звучит, да, ребятки? Мне текст нравится, ребятки. Да, текст, кстати, интересно слушать, да, это о его жизни. Я вот именно да, текст, мне прям так интересно. Рассказывает, как живет факты. Молодой человек, чем он занимается и чем хочет заняться, да? И что было раньше. Да. Интересно, ребятки. Это как историю слушаешь, да? Он историю рассказывает, а мы слушаем. Автобиографию. Да, интересно. А главное, что есть сейчас. Впереди еще длинная дорога, дорога. И свобода стоит дорого, дорого. Манды встречает мады. Нам театр вообще-то надоел. Прошли в ресторан, поели. У кого из нас лучше день недели? Этой недели всегда люди заняты делом. Иду на студию со своим демом. Модель мне сегодня приела. Теперь на студии занят сэмплом. Занят сэмплом. Биты однообразные. Покажи смелые кружки в телеграме. В околках мечусь поднять деньги на этой неделе. Придется вернуть заработок левый. А на нет, сучка, как Ники Минаж. С моим звуком пора менять этаж. Вышел альбом, завершил внутренний эпатаж. Мою музыку слушают на этапах даже. Вот мне еще понравилось, да, классно. В конце трека ставят точку, да? Угу. Точку ставят, да, интересную, да. И музыка меняется, да. Вот в музыке несколько частей получается. Музыка делится на две части, да. По-разному звучит, да. Голос очень красивый, да. Скажи, как классно делает. Мне нравится, да? Что он всегда упоминает о том, как он работает на студии, да. Что он занимается музыкой профессионально. Классно это. Мне нравится, что он что это, он... ну, это обязательно. Ну, рассказывает, какие у него планы, да, да, про свою карьеру говорит. Классно. Мне нравится, что вот он рассказывает о своей жизни, да. Его интересно. Не забывает работу свою, да. И чем он занимается? Это же прекрасно, когда молодой человек занимается делом, да. Молодец, все шикарно сделал. Мне очень понравился текст твой. Интересно его слушать. Он человека вот прям заставил. Нет, он человека останавливает. Ему интересно, вот, понимаешь, послушать. То есть, да, внимание концентрируем. Да, да, да. Концентрируем, да, на тексте. Да. Молодец, да. Музыка классная. Очень классно музыку сделала. Такая современная, стильная. Немножко обработка чуть в музыке есть. И нравится, как рэп читает, да. В своей манере, читаешь, в своей индивидуальной манере. Да. Классно это. Голос очень красивый. Молодец. Мне нравятся твои треки. Пиши дальше. Тебя интересно слушать. Молодец. Молодец. Мне все понравилось. С удовольствием тебя послушала. Молодец. Пока, друзья.